а ты что тут прячешь? Под кристаллом есть сюжетно важный предмет, который, как мне сказали, может продвинуть историю дальше. А где у вас бочки? Я хочу тратить деньги. Вот у них бочки, но они какие-то неправильные. Да. Так, чатик, смотрите бочки. Нам нужны бочки. Золотые. Куда ты опять залез? Как это работает? Пойдем наверх. Или нет? О, монетки видел? Да там этих монеток. Прям не знаю, что с этим делать. Давай пока отсюда. Там просто тоже монетки, а у меня уже опять почти максимум. Угу. Что это? А, короткий путь. Это сюжетный важный предмет, принадлежит музею. Где ваш сюжетно важный? Ничего себе там, чего творится. Я бы их убил. О. Нужно на них кубик скинуть. Ничего себе, живучи какие. Да ладно, фиг с ней. Еще урон плюс один. С этой штуки куда-нибудь можно запрыгнуть, да? Ну как-то... Вот-вот-вот, осторожно. Нельзя. Как так-то опять нельзя? Кстати, монетки, похоже, не пропадают, что ли? Саша в броне. Мне теперь не страшны кактусы. Скажи, я теперь кактусы на завтрак ем. А вот эти вот тебе как? Интересно. Я думаю, не очень. Мне туда, что ли? А допрыгнешь? Я не знаю. Раз, два, да. Три. Отлично. Две монетки, и все. Ну, просто небольшая нычка. Возможно, там сундук с ныком. Или вон там. О, там что-то поднимается. А-а-а. Так, давай кубик поставим. Посмотрим. О, еще кнопочка. Это, наверное, запрыгивать ты сделал снизу. Да, точно. Кубик ставь. Оп. Сверху надо смотреть что-то. А, вот так вот. Интересно. Ну, я не уверен, на самом деле. Правильно, правильно. Я думаю, правильно. А, да, точно. Офигеть, тут лабиринты.
Да ладно, в принципе, все очевидно. Там нычка по-любому. Или нет? Жалко, у меня нет увеличения. Стой, а вот что-то. Ничего нет? Не-а. Не понял. Там сундук. Алло. А, ты пробить не можешь. А вот здесь перепрыгнуть можно? О, еще. Подъем. Ага, отлично. Сейчас. А, ну его просто было взять. Еще здоровье. А чего плюс 2-то всего? Плюс 5, а тут плюс 2. Не понял. А-а-а. Нам нужна бочка. Ну, может, хотя бы на здоровье стратить. Что ты там выплюнул? Бочку? Нет. Кубик какой-то. Кубик? Угу. Тут переделали. Ну, конкретно вот это я вроде помню. Ну, вообще переделали. Так. А там тоже что-то есть. Да тут везде что-то есть. Тебе нужно кубик ставить, получается, вот что-то. Да. Ага. Плюс один. Мало. Нужно больше. О, смотри, а я и правда в броне теперь. Только заметил. В общем, у меня голова отдельно от тела. Так. Опа! Высоко-то как. Не хотелось бы мне падать отсюда. Ты разбиваешься, да? Думаю, нет. По-моему, не разбиваюсь. Ну, подниматься сюда. Осторожно. Тут еще гемор. Чего вы на мою голову там, чатик? Я это помнил, честно скажу. Е-е-е, дошли. Ой, ну ты знал, что тут лежит, да? Да, все, больше я не знаю. У нас место закончилось. Ой. Так, используйте ее, чтобы убивать врагов, стрелять по кнопкам и еще для много чего. Ага, пушка. То есть у меня теперь есть меч, я могу стрелять. Идите к королю Синевиле. А что я сделал? Ты дверь открыл. Теперь мы можем попробовать... Куда-нибудь, да, допрыгнуть. Просто куда? Эта штука какая-то подозрительная. А чего он так размыливает? Ну, так. Это, кстати, по-моему, можно уменьшить немножко. Или нельзя? Вот. Ну, можно вырубить, кстати. Хотя это по задумке разработчика должно быть, типа, размытие. Ну так, по-моему, оно посекает. Если они сделали кнопку, что можно выключить,
Значит, можно выключить. Да там народ наныл в прямом смысле. Наныл? Да, прям ну, вот наныл. Народ имеет право наныть. Разработчик имеет право согласиться или нет. Ладно, куда попрыгаем? Я туда не допрыгну, мне кажется. Вот чем ломается синяя черепица. Честно говоря, не думаю. Наверх можно запрыгнуть, оказывается. А ну ты, кстати, говорил, там, наверное, сундук есть. Вот он, пожалуйста. Ага. Не, ну тут такие нычки достаточно очевидные. С той стороны еще можно глянуть. От постройки вот этой. Опа. Нет места. Я тебе уже не знаю, сколько рассказал. И народ тебе там уже говорил. Ну... Давай, возвращайся, купи хотя бы здоровье там. Ладно. Саша такой удивлен. Нет места. Прикиньте, внезапно. Я же не знал. Чего ты не знал? Что нет места. Вот домой, смотри. Это короткий путь? Впервые вижу игру, где есть ограничение на количество денег. Ой. Это же вообще больной вопрос. Классика жанра. Практически во всех играх есть ограничение на количество денег. Из-за чего мы страдаем. То есть ты хочешь... Эта песочница создана им. Он всем управляет. А что ты хочешь? Почему ты сомневаешься в его существовании? То есть ты хочешь сказать, что наш мир на самом деле это огромная песочница? Напали, ага. Гады. А у меня регенерируется вообще здоровье? Хоть кто-нибудь видел? Давайте посмотрим. Оно тикает? Сейчас будем смотреть. Ну вообще ты же брал? Или надо сначала навык взять, чтобы он работал? Не знаю. Мы регенерацию брали. Я ни разу брали. Не видел. Да, брали несколько раз. Но есть ли сама регенерация, то есть... Там просто увеличение регенерации. Каторка уменьшается все. Он щитом блочит мои выстрелы, гад. Хорошо, не отражает. Ой. Ой, регенерация пошла. То есть там какой-то минимум. Да нет, а. Наверное, он яблоко уронил просто. Ты сделал хрум. А, вот, регенерация, пишут, идет до серой полоски. Вон, вижу. Ага. Так неинтересно. Дай бочку. А, пойдем попробуем листики побить. Я же вроде пинал там это дерево с листиками. Вот что ты хочешь? Кубик туда нельзя сделать. Подожди, а смысл? А зачем? Да. Стоп. Так там что-то есть. Наверное. Может, через крышу можно как-то еще? Ну, типа вот, но. И что? Подойди, еще раз прочитай. Что там нужно? Что он говорил? Чтобы укрепить свое здоровье, смешай зеленые листья с водой в этой. Соковыжималки, вкуснотища. О!
и... Ну, видимо, там уже есть листья. Просто тебе их не показывают. Мне сюда еще нужно. Губку теперь нужно. Я не помню, где у нас губка. Ты ее куда-то бросил. Одну ты покрасил. Ой, точно. Я кактус, проще съем где-нибудь по дороге. Это зелье? Как? Я думаю, здоровье что сна. Да. Думаю, да. Зачем я сюда иду? Какое-то очень подозрительное место. Я думаю, надо вернуться на ту локацию и там собирать. Угу. Потом, наверное, сюда. Тут даже никого нет. Да, здесь, возможно, здесь сюжетный момент будет какой-то. Острый сюжетный поворот. Ну, странно тогда, что тебе вообще дали возможность сюда зайти. Ну да. Ну, короче, рано еще сюда. Угу. Ой. Помог, кто-то сейчас огребет. Сейчас враги отсюда полезут. Что, мне надо оборонять? Ну, похоже, что так. Они вон идут в атаку. Ну, они вроде глупые. Ну, они-то, может, и глупые, только сколько их переть будет? В смысле, прощай, Саша? Вон они несутся. Ого! С них денег не давит. Вон с той стороны еще бегут. Пропустил там кучу. А-а-а! А, больно. А, они там уже подбежали, все. Кирдык. Ну понятно, это да, что-то типа Tower Defense. Ну какой это Tower Defense, если ты не можешь ничего поставить, тут не оборудование. Возможно, ничего. Я просто пока не могу ничего поставить. Ну вот, наверное. Прикольно. Не дают. Так. Сундук. Сундук. О, 180 монет. Классно. Еще сундук. Здоровье плюс 5. Делаешь? А. Сюда пытаюсь забраться. А, это то место. Да. Мы с той стороны его делали. Пык-пык-пык. Да. Вот, кстати, губка. Можно пойти ее помыть. Нет, уже никак. Может, она мокрая.
Белое и мокрое. Ну а почему нет? Белое и мокрое. Как это вообще может не сочетаться? Мне еще и максимально здоровье увеличили на 10. Работает только один раз. Сейчас бы круто было, если бы тебя отняли. А все там, простая вода налилась. Ладно, пусть будет. Так. А вот этот блок, это что? Белый блок на полу. Где? Вот это. Ну, видимо, потом. Видимо, да. Селенок не хватает пока. А здесь я был... Вот с тем окном на чердак не очень понятно. Алло. Ничего нет. Ну как это? Я сгруппировался же. У тебя щеки толстые. Ну... Пустите. Фигушки. А вот еще где стекло было, места, помнишь? Да. Вот это еще... А, ну там внутри явно как-то открывается. Ну вот же девочка к тебе пришла. Смотри, вот у нее там реснички. А, застеснялась. Смотри, смотри, стесняется. Ну, стой. Тебя оборжали там. А чего она такая? О, у нее там даже... Что-то есть спереди такое, выпуклое. Ну, так у них даже фигуры как бы типа есть. Ну, да. Видишь, мужики какие плоские. Все, у тебя уже отбили. Она говорит, лол, ты единственный, кто пытается сделать хоть что-нибудь. Мы все просто стоим тут и ждем, когда ты все исправишь. Кому ромашку? Отнеси домой. Кому? Домой. Себе домой. Эх. Ладно, отстань от ромашки, пойдем дальше. Да, а куда? Дальше на локации. У нас просто место закончилось, теперь-то у нас места много. Так нам надо бочки где-то взять. Нам нужны бочки, будем искать бочки. О, несутся. Да чего у вас так много? А они мне что-то делают? Гады. Да кубиками их, таких простых. Где-то я помню, была же штучка. Они тебе, смотри, сколько сразу отняли. Ну да, не слабо. Где стеклянный пол? Стеклянный пол вон там. А там, смотри, еще выше сундук. Вон штучка. Все, вижу. Есть. А что есть? Ну, где-то заработало что-то, наверное. Ищи на полу где-нибудь. Нет, там оно там засветилось.
Не, мы на локацию с красным кристаллом сейчас еще вернемся, естественно. Нет, смотри, не светится. А как? Мне нужно как-то срикошетить будет, то есть я сейчас пока не могу. То есть видишь, я нажимаю, оно там включает. На время пока. На время, да. Но там маленькое время-то какое. Не, я не, я просто при всем желании же не успею. Я понимаю, что там как бы вроде бы, но. А вот эти тоже на время, да? Вот эти пока там стоит. А ты кубик стоит. Там, потому что убираешь, и они попадают. А, ну вон, я же говорю рикошетом. Ну там очень, потому что эта штука стоит так подозрительно. Я могу открыть, по идее, здесь территорию дальше. Но мне кажется, надо вернуться туда, к кристаллу. Ну да. И собирать там. Ой. Ой. Это что-то новенькое. Враги, я так понимаю, от твоего развития, да? Зависит. Ого. Ты лучше издалека его, да. Опасный типок. Чего, чего там один? А, одну секунду. Я вообще ни в жизни не успею. Тут что-то другое должно быть. Ну да, попробуй. Ага. Ну да. Ключ. Куда? А вот сюда, наверное. А, там есть. А, все понятно. Это место я помню, да. А? Что-то там мне, лава. Что-то мне там не нравится. Смотри, куда можно свернуть. Да-да-да, с этой стороны еще загляни. Мне шея мешает. Осторожно. Все. Кирдык. Нет, не кирдык. Но... Шансов у тебя нет, да? Да. Попробуй выпрыгнуть. Все, кирдык. Даже там, получается, завернуть как-то надо. Я не смогу там так завернуть. А кубик сразу сгорает, да? А нет, он нет, стоит. Нет, смотри-ка, он стоит. Я думал, он сгорел. Мне показалось, он пропал тоже. Его с того ракурса как-то не видно даже было. Ну, нифига себе. Интересно, нычки здесь есть? По-любому. А я могу вот так делать. Прям лабиринт. Да, там тоже что-то было. Здесь тупик. Это я как раз, наверное, подошел бы с этой стороны. Секретная зона.
Это этот из Зельды, Линк. Шапка юного искателя приключений. Этот несчастный новый искатель приключений погиб, сражаясь с чем-то вроде бабочки. Вы забираете его глупую зеленую шапку. Сувенир павших героев хранятся у вас дома. Сувениры. Вот эта бабочка, он сражался? Да. О, урон мечом. Не повезло тебе. О. Все. Вот оно. Теперь понятно, что это за место было. Погоди, а как? Обратную сторону. Почему запечатали-то? А, так ты можешь через трубу пройти. Через какие трубы? Нет. Я там не пройду. При всем желании. Это колодец. Люди! О! А вот и я. Ладно, хорошо. Нам, наверное, какую-нибудь монтировку дадут или что-то такое. Да, я тоже так думаю. Инструмент какой-то. Ладно, пошли к кристаллу. Мне нравится эта игрушка, конечно. Люблю такие ты штуки. Ты откуда такой недобитый? Куда деньги-то дальше тратить вообще? Бочки нужно искать, бочки. Бочки. У Фримена 100% заберете. Не удивлюсь, не удивлюсь.